Всем привет, с вами Кова. И мед. Все, да, так и назови себя. Вообще называть его просто Славик через украинскую букву И. Родитка ТВ Славик. Так, и сейчас... Сейчас ему в голову пришла идея ограбить и стрелить. Но сначала я покажу ему свой гараж. Вот я, кстати, новое место жительства у меня, видишь? Алло. Да чё ты вышел-то? Да? Да. Ты у меня врезался в дерево. А почему ты вышел-то? Не знаю, но это баг, видимо. Останови запись, и потом обрежешь это, ага. Может, пойду. Всё, в общем, хамстер перезашёл. Кто? Ой. Слабхик. Мёд, короче. Блин, сой. У меня все... теперь мед, знаешь, чем ассоциируется? С чем? Конфетами с каникул. Зря это сказал. Только не говори, не пали контору. Хорошо, давай. Да стой. Поехали. Давай на моей тачке у тебя дно. Гараж, чтобы... Что? Дно, ну, говорю, в гараж, чтобы заехать в мой. Лучше сразу на моей заезжать. Я понял. Тогда давай, садись ко мне. Нихрена ты столб снёс. Да блин, сейчас я тут выйду. Ты офигел! Блин! Я мог умереть в рассвете лет! Сейчас сдохнешь от смеху, по-моему. Дай, я сяду. Давай, да, давай. Чё, давай, да, давай, я бегу за тобой, только не надо меня... Садись! Сбивать. Садись быстрее, пожалуйста. Поехали. Смотри, что у меня там вообще. Инфернусы всякие. Саддеры. Булка есть? Нет. Кстати, добавили бы булку сюда? А, она есть же. Да. А... Ну чё? Круто. О! Вообще... Классная тачка. Нет. Только у меня круче. Инфернус самое прикольное, мне кажется. Не, ну вообще по красоте, то вот там вот, да, вот это вот желтое, на котором мы сейчас ездим. Не, я думаю, самое прикольное это вот это черное. Да. Угу. Ну, я конкурент, видишь, мне 51 уровень надо и. В общем, поехали на мотике. На мотике всегда прикольно ездить. Ну нет, там дождь идет. Вообще-то нет. Давай без мотика, плиз. Давай на машине, плиз. Ладно. На Инфернусе? Ага, был. Я вон тебе даже дверь открыл. Давай, садись. Ну, садись. Доступ. Опять, что ли, пропал? Чё за банда и друзья вообще? Давай, садись быстро. Чё за говно вообще? Ты снимаешь? Да. Авермедия, авермедия. Медиа, которая авер... ловит только Xbox, и поэтому записываю фрапсом я. Давай этот метку ставь быстро на аэропорту. А, давай, короче, сейчас поедем вот этот вот наш аэропорт. Я закажу сейчас сюда самолет, и ты полетишь на... Ой, вот эту... У меня у самого есть самолет, если чё. Так что я сам себе в состоянии его заказать. Вот это поворот. Пегасус закажу сейчас и все. Ладно. И летим в это. И сядем, типа мы такие... Типа мы вояки. И по диспетчеру скажем то, что мы везем БПА. БПА? 3000 пациентов. Нет, давай мы скажем, что мы везем мед и конфеты с коньяком. Ладно. 3 километра ехать до аэропорта. Ну, на такой тачке. Хотя она не прокачанная по двигателю. На такой тачке 2. На такой тачке 2, что? Представляешь, назвать фильм 4 части, как такси, только на такой тачке. Что? Ну, такое название, да, на такой тачке. Часть первая на такой... Что ты несёшь, а? На такой тачке 2. Ты что, уже употребил? Только уже не с коньяком, да, а с марихуаной или что-нибудь. 2 километра, давай.
Один, уже считай, один остался. Подожди, а мы в какой аэропорт-то едем? В Лос-Сантосу? Чё ты там взрываешь? Что это было? Чё? Это правда не я. Вот правда. Я не взрывал ничего. Видел, как я дрифтанул? А, это, видимо, там заспамнились два вертолета в одном месте, и это... Я не взорвались. Видел, как я, да, дрифтую? Да, круто. О! Видел? Видел? Смотри, съезжай, съезжай налево, налево, это поворот. Уверен? Да. У меня PlayStation 3 оснула. Ну, у меня такой звук. Так, направо, вот сюда направо въезд, видишь? Для VIP. Стой, не врезайся! Блин, нам открыли вообще-то, идиот. Пофиг вообще. Вон мой самолет. Он у меня не прогрузился. Я тоже. Вон мой. Давай только я черт за этим, за пилотом. Давай. Ой, сейчас полетаю. Чё ты добрый сегодня, разрешаешь мне вон руль пилота. Ну давай, садись. О, смотри. Только не говори, что ты полетишь на крыле. Нет, давай, короче, если мы сейчас поедем прямо, то я просто облокочусь на двигатель. Сейчас аккуратно, медленно выезжай, то сейчас слечу. Нет, направо поворачивай, там взлететь легко можно. Так вот. Блин. Да не, давай нормально, все, давай. Садись. А, смотри. Блин. Давай. Гоу. Не, ну мы по рулевым дорожкам там. Да куда ты? Тут их нет, блин. Он давно. Ну ладно, придется так вообще. Но это незаконно. Экстренный взлет, взлетка. Ну блин, ты бы тут уже взлетел. Какой взлетел? Вот, смотри, полоса-то где. Ты чё, блин, как? Еще разгоняйся долго, как по настоящей жизни. Так так и буду. Да, 3/4 полосы вообще самолет должен. Еще скажи то, что взлетать надо на 300 км в час. На 180. Ну, на ту 154, по крайней мере. Так, выравниваемся по полосе. Стой, подожди, 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 нужно проверить это, двигатели. Мало ли. Тихо. Второй давай. Норма. Так. Я только сейчас приблизил. Все, поехали. Все, взлетаем. Так. А куда это? Блин, ты скрылки не проверил, идиот. Они вообще-то из кабины проехались. Да. Ты не выпрыгнул хоть? Нет, поехали. Я что-то подумал, что ты выпрыгнул. Вообще, блин, на полосе. Там полоса заканчивается, черт подери. Да уж, надо налево взлетать, идиот. Мы сейчас разобьемся, нет. Экстренный взлет. Метку давай ставь, куда лететь. Не знаю, у тебя же без зачем. Штурман, штурман, давай метку ставь. Навигатор зачем? Куда летим, штурман? Так, по-моему, почему она не отмечена? Ну, тут, наверное, хотя... Да не надо, мне сейчас точнее, на ровном месте. Ты что это вообще, маневры пилотирования? Азы полетов. Какой у меня, кстати, скилл пилоту? У меня там уже, наверное... Ну, у меня никак... Он, не могу его прокачать, сколько летаем до сих пор. Меньше двух. Чуть-чуть меньше двух. 1,5. Из-за этого самолет так шатает. Ну, возможно, это турбулентность, да? Да, или... если на полное пилотирование будет, то турбулентности не будет. Логика какая-то. Я хочу полное пилотирование. Я тоже. Чё считай, да, такой пилот первого ранга? Ты вообще сейчас штурман? Так что давай. А нет, подожди, вон она, походу. Диктуй координаты. Офигеть, она так близко. Да, по координатам звонит. Видишь маяк? Да, какой маяк? Ты скажи мне северную широту, западную долготу. 228 метров южной долготы. И 1337 западной широты. Восточный широты, да? Или я... Так, шасси. Диспетчер, прием. Шасси выпущено. Запрашиваем посадку. Везем БПА. Какой БПА, блин? Мы этот... Везем металл. Конфетки. На повышение второго ранга. То есть третьего.
Ай, рубеж, касание. Спасибо. Направо, направо, на ангары быстрее, у меня звезд, кстати, нет. Направо. У меня тоже. Направо. Что за фигня? Может, они реально так подумали? Да, у меня маленький. Алло. Все, у меня 5 звезд. Эй, у меня тоже быстрее, не тупи. Оружие сразу. Вот тут тормози, тут тормози. Тут тормози, все, оружие, оружие, быстрее, сейчас танки поедут. Танки? А, меня чуть не убили, меня чуть не убили, быстрей, быстрей, быстрей. О, хедшот. Давай, этот мой. Ты сказал быстрей, быстрей, быстрей? Я сказал хедшот, хедшот, хедшот. А, я сказал быстрей, быстрей, быстрей. Мы одинаково с тобой сейчас сели, слышишь? Блин, как не как ты вылетать-то будешь-то? Ой. А, он сейчас взорвется. Вот это вот хорошая работа была. Да, это... Вообще с первого раза, да? Да. Что? Нет! Это не я! Меня тоже попали наверх, быстрее!